И всем привет, дорогие друзья, с вами же Экстер, и мы сегодня играем опять же в Майнкрафте. Сегодня у нас гость вместо Максвата, его зовут... Скрилл. Скажи, как тебя зовут? Скрилл. Скрилл. Чё ты такой, сейчас в ножиком в тебя брошу. Давай. Хотя у тебя тоже есть, не надо, а то ножиком. Можешь повредиться, чувак. Это, видишь ли, не для детей. Все, я крошу пошел за деревом. Ой. За деревом и песком. Я пойду за деревом. Не, ну давай дерево будем добывать за пределами дома. А то как бы... Ну кайф. Так, короче, мне сейчас еще песочек нужен. Что это? Ой. Мне как показалось, что я сейчас увидел красную овцу. Так, песок. Чувак, я вижу там возле тебя моб. Кто? Моб справа от тебя. Сейчас дерево дорублю. Овца. Убью овцу. Не, ну овцу. Хотя, да, ломай овцу, ломай. Убивай. Ой-ой-ой, теперь овца. А да, у тебя же нету никакого там всех. Да. Чёртовых мобов. Так. Сейчас печка нужна. Печка. Я до этого даже ачивку не делал. Капец. Вот так вот. Короче, мне сейчас надо... Декапитейтер есть, да? Чё? Декапитейтер. О, да. Дерево 2 часа рубится. Да как слишком сильно, я же упал. Прикинь, такой еду. И... На блок, не, на 2 блока всего лишь прыгаю. И там бабать. Ну ты же меня как бы. Блин. Ты же меня. Ух ты ж! Алебарда с одного удара убила овцу. Я курицей хочу стать. Курица же умеет летать? А, ну она как я бы. Я за тобой еще. Я подумал, сейчас тебя убью и. А ты знаешь, что курица только что умерла, а не корова. Я курицу убил. Чувак, ты коровой был, да? Нет, я курицу убил. Вон ты там гуляешь, я твой ник вижу. Ё-моё, я сейчас даже... Ну, когда в монтаже, я уже поставлю. Короче, ты какая-то корова подошла к курице, курица померла, и ты превратился опять в курицу. Как это? Корова покончит уже суицидом. Самое логичное объяснение. Так главное, что не корова померла, а курица. Зачем я на шифт сел, твою ж мать? А что? Ты же знаешь, что на шифте бывает. На шифте? Нет. Когда рубишь дерево, рекапитулируешь. Все как бы... Опять заново, короче. Да знаешь, какой прохаванный способ? А, фак, он не работает. Почему я бьюсь? Так, я уже забыл. Но какой там... Было... Как долго, пипец. Чувак, короче, сейчас будет пауза. Такая маленькая. We'll be right back.
продолжаем. Я уже помер. Бьют меня. Черт побери. Кстати, это ты тут столько деревьев поломал? Да. Еще и верстак сделал. Ни хрена ты тут все поломал, блин. Ай, пипец. Ай, пипец. Ай, пипец, лагает еще за мной куча. Ой, пипец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пипец, 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 пипец. Думаю, ой, не проживу до дома. Ой, не проживу до дома. Тут еще. Это твоя! Черт, 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 лагает, 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 лагает. Все, давай до дома, добегаем. И все. Надо подруге овец убивать. Чего? Овец, говорю, надо подруге убивать. А у тебя сколько овец? Овец? У меня 0 овец. Давай, заходи уже быстрее. Ты через меня под мной прошел. Сейчас уже ставим на лёг. Все. Идите все в жопу, монстры. Хочешь глазом покушать? Кушай. Нет. Глаз. Иди отсюда, уйди. Я себе дом в этой части должен сделать уже. Ура! Ей! Я. Ты. Знаю эту песню. Какую? Латаршая. Ты, вот видишь, что за фигня? Да я знаю, ты почему-то погибаешь. Может, ты... Превращайся в кого-то, в зайчика. И снова я бородатый хер. Бородатый хер. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, короче, слушай. Я тут уже 3 или 4 раза сдох. В своем же доме. Из-за проклятых. Думающих. У тебя нету случайно двух железа? Зомби нет. Знаешь, дай мне тогда, у тебя есть 3 булыжника? Да. Дай мне 3 булыжника. Бери. Я тебе все бросил. Да и ничего, все равно было. Немножко. Так, короче, у меня тут вот будет вот такая вот полочка. Уже я начинаю обустраиваться. Все, монстр, вам хана. Ух ты, у меня. А не, я не хочу тут. Куда ты поставилась, кривая? Вот. Вот я хочу. Вот тут вот. Хотя она... Не будет что мешать. Ты куда сейчас пошел? В шахту? Ну, шахта тут не очень. Где знаю, я же ее не доделал. Так, я там когда умирал, я там видел несколько шахт.
Поэтому я сделаю так. В смысле, фак. Когда умирал, увидел шахту? Ну, я когда бежал к дому, там шахты были. Как это так? Ну, так это и были. Икс-лей, ах ты ж чичи! Они наверху торчали. Шучу. Тут деревянный уголь по-другому выглядит. А знаешь, как я сейчас сделаю? Я возьму немного дерева. Совсем немного. Может, ты вообще ничего не возьмешь, а? Ну, если немного... Сейчас кое-что себе сделаю. Вот, у меня теперь просвещенный дом. Вот так. Ну, все. И тут я хочу сделать как-то вот красиво. Сейчас я оформлю свой дом по-нашему. Все будет чики-бау. Кстати, знаешь, как быстро это срубашь декапитейтером? Мне что-то там говорил. Не-не-не, мне показалось, что это способ не рабочий, а он на самом деле рабочий. Встаешь на шифт и в последнюю минуту встаешь с шифта. Я знаю, вот мне тоже такое говорил этот Макс Мат. А я железо нашел. Тайное железо. Хорошо. Сейчас буду. Чего? Ничего. Чего? Ничего. Да чего тебе? Что? Ничего. Чего? Давай не будем говорить, как долбанные чуваки. Не, обкуренные чуваки. Хорошо. Все. Я сделал лодку, я тебе уплываю. Пол сердечка. Ну иди к черту, катись отсюда. Сейчас поищем шахту где-нибудь. Во, уже не хочет уйти от меня. Уже хочет шахту и копать. Копать. Во, у меня двери открываются, слышь? И закрываются. Автоматически я лах. Тьфу ты лах. Автоматически я лах. Не знаю, ты только что сказал яла, и я, ну, короче, знаешь сам. Думаю, что же это такое? Давай уже берись. Ой, уже мать. Блин, в прошлом летсплее я, походу, во второй части сделал уже дом. А тут я даже во второй части не сделал. Это уже какая? Третья? Не-не-не. Пятая, походу. Какая часть это, чувак? Да хрен знает. Почему ты не знаешь? Поставлю... Ой, я нашел все, поставлю яблочко в витрину. Будет вот так. Покажи мне к себе, пожалуйста, я тебе железо дам. Нет. Ну ты же дом сам можешь найти. Нет. Можешь. Нет. Иди к центру острова и все. Я слишком туп, чтобы найти его так. К центру острова иди и все. Так, берем сейчас секирку. Бумеранг. Кости пока не надо, пока когда Макс Ват вернется, мы сделаем ферму. Ферма! Посмотрим, что еще можно сделать из оружия. Я глубокую шахту нашел. Мне это не интересно. А теперь у нас есть уголь и железо. Ура! Знаю, что у меня сейчас будет.
Я тебе скажу, я сейчас только скажу. Сейчас, подожди. Мы ж ножницы хотели сделать. Подожди, я сейчас тебе скажу, что у меня... У меня кроватка! У меня кровать. У тебя уже есть кровать? У тебя уже есть кровать? Да! Классно! Да! Классно! Ой-ой-ой! Окружили! Пусть замучат! Бьют! Насилуют! Я сейчас попытаюсь стол сделать, не зная крафта. Посмотрим, это реально. А какой тут мод на мебель? Ну, библиокрафт же. А. Так, попробуем сначала вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Нет, нельзя. Да? А так вот. Тоже нельзя, да? А вот так вот. Тоже нельзя, да? Что я возле дома? А за застрелалку. Застрелил. Застрелил. Как же мои двери открыли? Слышь, ты оставь сундук в покое. Я не в сундуке. Чего? Я не в сундуке. Да не плевать, типа там. Ух ты, я сделал стул. Стол. А не. Стул. Мне почему-то не знаю, что это табуретка или стол. Мне почему-то болезнь такая, это стол. Вау, слушай, какие текстуры. Уйди, сейчас посмотрим. А не, это стол. Я думал, это табуретка. Текстуры охренительные. Давай, я буду вот. Я не буду на кровати спать, я буду на стуле. Хорошо, я на кроватке посплю. На стуле, столе, столь. А ты не будешь на моей кровати. Так, короче, тут я понял. Основной элемент тут дубовая плита. Ну, короче, плиты. Полублоки. Как мы говорим. Сейчас попробую я сделать... Что-то вроде... Ну, у меня не получается. Сейчас попробуем больше сделать. Оп. Тут вот так вот. И вот так вот. Нет. Так. Блин, я не знаю, как стул сделать. Чё я постоянно путаю-то их? Стул. Чувак, подскажи, как стул сделать. Не знаю. Вот ты падла. Я не падла. Ты я падла. Я ослик. Лазрик. А то я ослик с ножницами в шляпе. Чего? Слышишь? Чего? Я ослик с ножницами в шляпе. Что, у тебя шляпа есть? Да. А ну-ка приди сюда. Только ушел. Я видел, что ты только хотел удрать с этого острова. А, я подумал, из библиокрафта, блин, шляпа. Уйди. Опа, сейчас не ночь. Не бей меня. Слышь, ты из моей шерсти делал постель, так что подушка моя. Какая из твоей шерсти? Ты чё? Я тебе одну шерсть кидывал коричневую, так что подушка моя. И как ты подушку взял? Давай дам шерсть одну и всё, и это будет как подушка считаться. Чувак, посмотри в гугле крафт, библиокрафт. Что посмотреть в библиокрафте? Ух ты, я могу на этом стуле что? Ух ты, я могу на нем ставить. Ух ты, круто. Вообще. Я поставлю вот так вот. И это вот. Так кто сейчас должен в скайпе ко мне добавляться? Эндермен 12, ты прославился, поздравляю.
Теперь у тебя будет аж 2 подписчика. Аж 22. Возможно. Невозможно, возможно. Так, я сейчас поставлю как нормальный человек курицу. Ух ты, курица у меня в столе. Прям в столе. Ух ты, теперь она у меня на столе. Ух ты, теперь она у меня в столе. Ой. Теперь она у меня в стуле. Застряла, и я когда буду садиться, она мне... Будет говорить привет. Будет говорить с жопой моей. Да ладно, овечка. Да ладно, я сейчас поставлю... Хотя нет. Овечку. Ух ты, я попробую ее факел поставить. Нельзя. Че, нельзя факел поставить, дула? А можно? Ух ты, у меня будет факел на стуле. Смотри. Убери свои ножницы. Посмотри в гугле. Гугл. Сейчас посмотрим. А, слышь, он и освечивает. Что? Факел это на столе, это он и освечивает. Да. Короче, все, мы разобрались с Библиограф, давайте заканчивать. Подожди, давай закончим на крутой минуте, кинь мне эту шерсть. Это по-твоему, крутая минута, да? Да. Молодцы! Все? А, или ты тоже сделаешь кровать? Ух ты, смотри, какая у меня тут... Ух ты! Да. Ты не заметил, что у меня тут витрина стоит? А, это заметил, да. Да, поспим на хорошей минуте. Слышь, ты убери свою кровать отсюда! Я не волнуюсь. Фиг тебе, застрял! Подожди, не входи! Вот себе твою кровать, иди! Уходи, не возвращайся! Или в другом месте, или вот тут поставь кровать. Я с тобой спать не хочу. Давай. Подожди. Ой. Блин, тут не... Я! Ща, подожди. Тут когда я встаю, я туда и сюда могу пойти. Блин, пипец. Прикольно, это будет как бы... Хочу выйти быстрее из дома и ложился спать, и хочу выйти. Вышел сразу же. Вальная. Блин, а я хотел это прочитать, дебил. Ха-ха-ха. Так, я свою траву забыл. Ебага, с вами был Экстер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Скрила! Скрила! Скрила, а. Скрила! Ты мой вагин замол! Все, пока. А всем пока. С вами был Экстер. Подписывайтесь на канал. С вами же... Что я сказал? Бомжи. С вами же бомжи. С вами же Экстер. И все. А то я сейчас уже наговорюсь тут. Все? Нет.